Сейчас вот выхожу из подъезда. Я хочу просто показать вам, что меняется у нас со временем. Это Москва. Доброе утро. Доброе. Видно, да? Ничего не меняется. Абсолютно ничего. То есть вот этот снег на дороге катали. Вот, пожалуйста, вот. Машины снег просто укатали. Вот здесь вот проезжает машина, вернее трактор, быстро-быстро. И загружает снег. Я не знаю, перед собой что ли, я не знаю. Сначала был этот машина. Доброе утро. Вот здесь вот я вчера копала. Копала немножко соседний участок и для себя прокопала. Минус 19 у нас сегодня. Ну так вот, я каждый раз приезжаю с работы и начинаю откапывать себе участок для парковки. Вот вчера вот этот участок откопала. И вот, вот такой вот уровень снега был, да, показывал. Вот такой вот. Но мне это выше колена. Выше колена, даже очень прилично выше колена. Вот. И откопала еще наполовину вот этот вот участок. Тоже такой же был слой снега. Я думаю, ну, место зарядки немножко, не зарядки, а вечерняя зарядка. И я немножко побросала снег. Побросала снег. Ну, на дорогу. Вот сюда вот я побросала, все укатали. Вот. Ну, дворников нет. Проезжает быстро-быстро трактор. И то ли вперед себе, то ли я даже не пойму, куда сейчас он снег. Или просто он по настилу проехался и все. А до этого трактор все сгреб перед машинами. Многие на работу не поехали в выходные. Вернее, поехали своим ходом. То есть на машинах не поехали. Вот. Такие вот сугробы у нас меня. Что, может быть, камера не показывает, но сугробы очень приличные. Вот человек тоже копался. Вот. Сами копают.